помните, детвора, начинаем скоро. Представление продолжается. Новогодняя сказка начинается. Вже 15 років басейн «Локомотив» запрошує дітей під час зимових канікул на справжнє новорічне диво – шоу на воді. Започаткував цю чудову традицію народний депутат України Віктор Остапчук. У виставі беруть участь зірки українського спорту – збірна України з синхронного плавання. В свое время возникло такое желание показать мастерство девочек, в первую очередь, так? А потом это уже переросло как бы в такую какую-то, театрализованную сказку или выставу такую. Значит, и вот каждый год мы как бы выдумываем название, стараемся сделать, как она была, чтобы было лучше. А этот уже, более современный, так? В следующем году мы обязательно используємо комп'ютерні всевозможні технології. На шоу «Ялинка на воді» з'їхалися діти із Шевченківського, Ізюмського, Борівського, Куп'янського районів, міста Куп'янськ та міста Ізюм. Південна залізниця подбала, щоб поїздка була зручною і приємною. Організувала для дітей та їх батьків спеціальний потяг. Це поїздом спеціальним, двухэтажным «Шкодой». Значит, я думаю, детвора получит удовольствие, пусть приобщается, видит, какая у нас замечательная железная дорога, что у нас какие железнодорожники внимательные к людям, к детям. Поэтому я думаю, что лучше профориентации сегодня, я думаю, не может быть. Спасибо большое Виктору Николаевичу Остапчуку за приглашение. Мы, кстати, выиграли конкурс. Был конкурс, розыгрыш для детей, там были загадки. Вот у меня младший ребенок, девочке 5 лет, она, кстати, отгадала две загадки и выиграла два билета для себя и для своей сестрички. Ну, что больше всего понравилось? Тети плавали на воде. Діти після вистави не приховували свого захвату. Усіх заворожили танці на воді, театралізовані сценки та виступ гімнастів. И просто, чтоб отрадно было всю вашу жизнь, как в Новый год. С Новым годом, друзья! Мне очень понравилось это представление, потому что это все связано с плаванием, акробатикой и прыжками в воду. Наступного року новорічне шоу на воді буде ще яскравішим, обіцяють організатори.